Друзья, здравствуйте! Как я люблю это время года. На улице уже достаточно прохладно. Градусов, наверное, у нас сейчас 10. И когда началось понижение температуры, многие выпустили цветоносы. Да и уже было время. Что у меня сейчас идет на сегодняшний день? Ну, наверное, мое достижение, которое я давно хотела увидеть, это Джордж Кинг. Потрясающая красавица. И она вот сейчас я на видео вижу, что она дает именно реальный цвет, потому что фотоаппарат просто не брал его. Он именно персикового цвета. Очень несвойственный цвет для котлей. За это этот гибрид очень любят. Бирочка у меня от него. Джордж Кинг. Дальше у меня в этом году расцвел дендробиум фаленопсис. Он у меня без названия, но красавец. Цветок имеет почти котлейный размер. Я покупала его в Таиланде в 2018 году. Мы как раз были на ферме у Култаны. И он там продавался как раз цветущий, маленький. Там было несколько ростиков. Даже не нужно видеть, что кустик небольшой. После этого он мне ни разу не цвел. И вот в этом году я аж не ожидала. Дальше Гольф Грин. Покупался просто без приписки. Сегодня первый день распуска. Как по мне, мне кажется, что вот на концах, вот попробую, можно увидеть немножко сиреневину. Поэтому в теории, может быть, это даже свинка. Красавица. Хоть и зеленая, но вот если на фоне руки, просто бархат. Дальше до сих пор у меня цветет Крузейра де Сол. Это не дуриган, а просто котлея. Дальше тут красавица Спайк Панда. Цветок крупный, красивый. И можно увидеть ушки, как у панды. Хорошенькая такая. Три цветка. Ну вот на фоне видно, что цветы очень большие. Что здесь? Ансидиум. Ансидиум это природный, но очень ароматный. Пахнет конфетами. И вот на всю теплицу запахи смешиваются. Больше, конечно, всего он выделяется. Что у нас здесь? Здесь у нас Happy Holiday. Happy Holiday распустилась вчера, поэтому росчерков нет у нее. Можно немножечко, вот если так вот приблизить, что они скоро появятся. Но это будет где-то на пятый день. Пятый-седьмой день она вот красиво окрасится. Кустик у меня уже достаточно такой приличный вырос. Ну, магию Рафаэля я уже снимала. Но цветет до сих пор, потому что прохладно. Ну и тут у меня, честно, удивил сильно. Это дендробиум. Кто он? Сейчас мы бирочку прочтем. Забыла, Фармери. Фармери Пинк. Он у меня цвел весной, но удивительно, он выдал цветоносы еще и осенью. И вот какие-то цветоносы очень большие. Как-то в прошлый раз они не были, и столько цветов много. Может, еще от того, что куст я потом сделаю красивый, и получилось, что на одну сторону все цветоносы. Ну, вот такие вот у меня цветуны на сегодняшнее 10 ноября. Красавицы. Ну, спасибо за просмотр. Пока-пока.